Вот и конец путешествия. Еле передвигая от усталости ноги, наши путники приближаются к домику дровосека. Как давно они отсюда вышли, в каких только странах не побывали, и все напрасно. Клетка, которую несет хлеб, пуста, синей птицы в ней нет. Как хочется отдохнуть, выспаться. Все в изнеможении опускаются на скамью. Душа света будет задремавших детей. Тиль-тиль. Тиль-тиль. Узнаешь ты эту стену и этот дом? Нет. И это тебе ничего не напоминает? Нет. Ты не раз видел этот дом с тех пор, как родился на свет? С тех пор, как родился на свет? Ну да. Этот дом, из которого мы с тобой ушли, ровно год тому назад. Ровно год тому назад? День в день. День в день? Но в таком случае... Ну, конечно, это дом твоего отца. Да-да, действительно, это окно. Я узнаю его. И я. Так значит, они там. Мы подле мамы. И мама. Мама. И мама. 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 Мамочка. Тише, тише, не будите ее. Она спит теперь. Да и к тому же ведь двери откроются, как только пробьет час. Год прошел. Вернется фея и потребует у тебя синюю птицу. Да, но у меня нет синей птицы. Чем я виноват, что они линяют, или умирают, или просто ускользают из моих рук? Может быть, синей птицы совсем нет? Совсем нет. Совсем нет. А может быть, она теряет цвет, когда ее сажают в клетку. А где клетка? У вот хлеба. Ну давай, хлеб. Вот давай. Она. Мне было поручено хранить ее в течение нашего долгого путешествия. И вот сегодня, когда я слагаю с себя выполненную до конца обязанность... Ему не дано слова. Молчите. Злонамеренные восклицания со стороны презренного врага, желающего прервать мою речь, не помешают мне исполнить мой долг до конца. Итак, от имени всех. Только не от моего. У меня есть язык. Итак, от имени всех. Едва сдерживая искреннее и глубокое волнение, я прощаю с этими двумя детьми, отмеченными судьбой. Как? Разве ты тоже прощаешься с нами? Разве ты нас покидаешь? Увы, приходится расстаться. Но разлука наша будет только кажущейся. Вы никогда больше не услышите моего голоса. Ну и слава Богу. Молчите! Это меня не задевает. Никогда не увидите меня в моей одушевленной форме. Но я всегда буду вблизи вас. В квашне, на полке, на столе. Подле тарелки с супом, потому что я являюсь самым верным сотрапезником и самым верным другом человека. А я? А я? А я? Скорей!
Барыни, скорее, время уходит. Поторопитесь обнять и поцеловать детей на прощание. Пустите меня первым! Пустите меня! Прощай, Тильтиль. Прощай, Митиль. Прощайте, дорогие детки. Вспомните про меня, когда захотите поджечь что-то. Ой-ой-ой, ай, он меня обжжет! Он поджаривает мне нос. Огонь! Умерьте ваши порывы. Вы здесь не в печке. Идиот! Невежа! Я поцелую вас нежно, не причиняя вам боли, милые детки. Берегитесь, будет мокро. Я нежна. У меня любящая душа. Я добра к людям. А утопленники? Любите фонтаны, слушайте голос ручья. Я всегда буду там. Ой, она тут затопила все. Когда вы будете по вечерам сидеть на берегу ручья, постарайтесь понять, что он хочет сказать. Больше я ничего не могу вам сказать. Слезы душат меня и мешают мне говорить. Что-то это незаметно. Да. Вспоминайте меня, когда вы будете смотреть на графин. Я буду также в кувшине, в лейке, в колодце, в кране. Если в вашей памяти останется хоть маленькое местечко, вспомните, что мое присутствие бывало вам иногда сладко. Больше я ничего сказать не могу, слезы не соответствуют моей натуре, и мне больно, когда они текут по моим ногам. Ах, иезуит! Леденец, карамель несчастная! А я, кажется, скисла, свернулась. Что такое? Что здесь произошло? Это он. Это он первый начал. Он стал меня дразнить. Он стал дергать меня за хвост. А я ничего. Я ровно ничего. Ничего-то ничего, а все-таки тебе досталось. И еще достанется! Мяу! Бедный! Мяу! Бедный котик! Мяу! Ну, где тебе больно? Вот тут. Ну, не плачь. А то я тоже буду плакать. Ну, не плачь! Ваше поведение тем более недостойно, что вы избрали для этой уродливой драки без того уже грустную минуту. Минуту, когда мы должны расстаться и проститься с этими детьми. Что? Расстаться с детьми? Да. Роковой час наступает. Мы все вернемся в царство молчания и уже не сможем говорить с ними. Нет. Нет, я не хочу. Я не хочу. Я хочу остаться с моим божеством. Я хочу всегда с ним говорить. Божество мое, мы же будем понимать друг друга. Ну, я научусь читать, писать, играть в домино. Я ничего не буду таскать из кухни. Котик, а ты нам ничего не скажешь на прощание? А я люблю вас обоих, но настолько, только насколько вы этого заслуживаете. Вот собака. Дети, а теперь и я в последний раз поцелую вас на прощание. Нет, не уходи. Я не хочу. Папа не будет браниться. А маме мы расскажем, как нам было хорошо с тобой. Не плачьте, дорогие дети. У меня нет голоса, как у воды. У меня есть только мое сияние, а его человек не слышит.
Но я не покину вас до конца дней. Помните, что это я говорю с вами в каждом лунном луче, в каждой звездочке, улыбающейся вам с небес, в каждой занимающейся заре, в каждой лампе, в каждом добром и светлом движении вашей души. Прощайте! Прощайте! Бедные звери, бедные стихи и предметы, каждый удар часов уводит их все дальше и дальше в страну молчания. Они никнут, слабеют и засыпают крепким сном, чтоб никогда уже больше не проснуться.